Для расчистки улиц города ночью задействовали 279 единиц техники и 76 дорожных рабочих. В разных районах города организовали 7 площадок для временного складирования снега. Это позволяет профильным службам эффективно распределять потоки самосвалов и вести работу непрерывно. В ночное время, когда транспорт, движение транспорта снижается, самое время дорожным службам проводить работы по расчистке, по расширению проезжей части, а также вывозу снега. При расчистке дороги особое внимание уделяется каждому элементу уличной дорожной сети. Это проезжая часть, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, подходы к социально значимым объектам. Очистка улиц проходит в несколько этапов. Сначала снег собирает вдоль бордюров погрузчик, затем его вывозят самосвалы, а тротуары чистит бригада рабочих. Далее дороги подметает трактор со щеткой, а потом обрабатывают противогололедными материалами. Особое внимание уделяют дорогам, по которым едет общественный транспорт. Например, проспекту Кирова, который отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчикам важно обеспечить не только своевременную и качественную уборку, но и бережное отношение к объектам благоустройства. Это позволит увеличить срок службы проезжих частей тротуаров за счет сохранности обновленных элементов, что в свою очередь минимизирует необходимость гарантийного ремонта. На тротуаре плитка, то есть это все стараемся бережно снимать, снег снимаем очень бережно, то есть грузим также аккуратно все, стараемся ничего не повредить. Снег вывозим мы всегда, независимо от снегопада, снег мы вывозим всегда. Ну и плюс еще обрабатываем пешеходные переходы, обрабатываем остановки. Вот, тротуары, проезжую часть, подметаем. Общественники постоянно следят за результатом уборки снега с улиц города. Для регионального отделения Общероссийского народного фронта это одна из приоритетных задач в зимнее время. Это особенно актуально для тех улиц, которые были обновлены на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Тяжелая снегоуборочная техника не должна портить облик наших улиц. А объемы вывозимого снега с улиц нашего города и своевременность вывоза также очень важны. Чем быстрее улицу освободят от снега, тем меньше вероятность образования снежной каши во время оттепели. Мониторинг обращений граждан в социальных сетях ведет Центр управления регионом и Муниципальный центр управления Самары. Ни одно сообщение не остается без внимания. Каждое находится на контроле до полного исполнения задач. Это ведущий принцип. Максим Магомедов, Максим Гусев. События.